Телеграм-канал СТБ, але не холостяк і навіть не холостячка. Я вам більше скажу, це даже не дизель-шоу. Ви дивитесь нове розважальне гумористичне вечірнє шоу «Дизель Найт». Наверняка вы спросите, почему именно на телеканале СТБ? Да потому что на этом канале выходили и выходят самые масштабные мировые шоу. И вы знаете, мы искренне надеемся стать с ними в один ряд. І саме завдяки каналу СТБ звичайні люди перетворювалися на зірок. Прості шарлотники ставали кухарями з мішленівськими зірками. Незаміжні дівчата знаходили своє кохання. Увесь світ зрозумів, що в Україні є таланти. Да, і наконец-то среди всього этого багатства і разнообразия появилась програма, з которой можна просто расслабиться і посміятися. Друзі, добро пожаловать в «Дизель Найт». Принимает участие в нашем шоу. Все очень просто. Это самые смешные комики, самые крутые звезды кино и эстрады, самые яркие телевизионные персонажи, а еще маги, пародисты и другие талантливые люди, которые будут вас смешить и развлекать. Ну и вы запытаете, что ж вы побачите в нашем шоу? Найкрутіші пародии, найсмешніші номери та найактуальніші сцени з нашого життя. Все верно. О ком и о чем мы будем шутить? Да обо всем и обо всех. Вы знаете, у нас нет запретных тем и тормозов. Смеяться так по полной. Найголовніше запитання, хто ведучий нашого шоу? Ну, перші двоє вже перед вами. А інші приєднаються згодом. У нас будуть ведучі коміки, ведучі зірки естради, ведучі політики і справжні професіональні ведучі, як ми з Дімою. На! І, наконець, весь вечер с нами самый музыкальный, самый импровизирующий, самый колоритный и, главное, лучший в Украине Соловьёв Бэнд! Слухай, Діма, чому ми так довго пояснюємо? Давай анонс сьогоднішнього випуску просто покажемо, і усім стане зрозуміло, що ми за шоу. Слухай, а давай попробуємо. Друзі, дивимося. Сьогодні у програмі дуже відверта Настя Каменських. Я готовлю кожен день. Що, ладно? Єбамос? Є. Пародія на серіал «Сліпа». Неймовірні подробиці залаштунків проєкту «Холостячка». Привітання жінок зі святом. Навіть від самого. Та неймовірний подарунок усім глядачкам СТБ. І так, вперше на українському телевізорі настоящий крутой подарунок для всіх жінок. Нова зірка, що співає про дуже відверте. Ліза Блюдова. Випробування українського електрошокеру «Трахер-3». Та вакцини, що врешті-решт привезли в Україну. І нарешті крутий музичний сюрприз. Ну, тоді давай починати, походу розберемося. Согласен. Я только хочу напомнить, что мы сегодня говорим о предстоящем празднике. И вы знаете, мы первыми хотим поздравить женщин. Дим, а не зарано? Ну, поверь мне, лучше рано, чем поздно. Дорогие женщины, любимые зрительницы телеканала СТБ, вы знаете, мы хотим вам пожелать не быть одной за всех, и чтобы почаще оставалась хата на так.
аби ви змогли спокійно сходити на звану вечерю і там з подругами обговорити неймовірну правду про зірок. А ще ми хотим вам пожелати, щоб ваш мужчина готовив як майстер-шеф. І неважно, зважені ви или не зважені, головне, завжди оставайтесь щасливими. І незважаючи на те, що вам постійно доводиться бути супермамою, 8 березня проведіть як холостячка. Эх, с наступающим вас праздником, и пусть он будет таким же ярким, как наше Дизель Найт Шоу! Ну все, поздравили, теперь, мне кажется, можно остальных запускать. І Володимиру Зеленському настільки сподобалось його новорічне привітання українців цього року, що він вирішив зняти подібний ролик з привітанням жінок на 8 березня. Прем'єра саме в нашій програмі «Дизель Найт». Дорогі жінки, я хочу привітати вас найпрекраснішим святом – 8 березня. Саме ви своєю любов'ю, турботою, красою надихаєте чоловіків на подвиги. Насправді, жінки самі часто здійснюють ці подвиги. Нудно. Згоден. Добре. Скажу, зрозуміло, для вас. А ви, жінки, як фіксики, все робите по дому самі і при цьому не хизуєтесь. А ви носитесь з нами, чоловіками, як ведмідь з Машою, а ми шиті, свинки Пепи. І при всіх цих щоденних турботах ви встигаєте виглядати на всі 100, як Барбі. У вас дуже нелегке життя. А бувають дні, коли увімкнуть пилососа, і ти взагалі не знаєш, куди тобі ховатися. А так хочеться, щоб хтось почухав за вушком, або просто нічого не робити і ніжитися на сонечку чи батареї. Ви нас терпите. І багато нам вибачаєте. Так, насправді, коли ми постійно мітимо територію своїми шкарпетками, або навіть коли ми, мужики, приходимо додому на чотирьох, і ви нас сварите, і кажете, що ми знов десь налакались, як кобилі. І в цей час все одно продовжуєте нас любити. А ми любимо вас. І прокинувшись на наступний ранок, вибачаючись, гладимо вас по голівці і цілуємо у ніс. Ми дечому у вас вчимось. Ми з вами дуже схожі. Ми все повторюємо за вами. Такими яскравими, розумними і кмітливими. Хоча інколи у вас бувають такі настрої, що всі мужики – козли. Я вас розумію. Але деякі з вас живуть
із такими козлами, а лише заради капусти. А буває, що ви самі наставляєте чоловікові роги. За що? Я питаю вас. Чого? Мовчите? Так, ми можемо сваритися, сперечатися. Але це не привід звертати увагу на когось іншого, що обсипає вас подарунками, називає вас своєю рибкою. А може він просто прикормлює вас і заманює на свій гачок. Як би воно не було, ми, чоловіки, насправді дуже вас любимо і не уявляємо наше життя без вас. Ми хочемо прокидатися щодня і засипати щовечора поряд з вами. Ми готові постійно носити вас на руках. Ваша краса і запах зводять нас з розуму. І ми хочемо торкатися вас щосекунди. Ми знайшли своє щастя поруч з вами. І ні за що не віддамо вас нікому. Зі святом, дорогі наші гроші. Ой. Вибачте, жінки, ми хочемо говорити вам компліменти не лише на свята або раз на тиждень. Ми хочемо милуватися вашою красою щовечора, щодня. Особливо в суботу ввечері на каналі СТБ. Ми любимо вас, захоплюємось вами, бо ви найкращі. Зі святом вас, дорогі жінки! Это круто. Это означает, что мы, наверное, будем почаще приглашать этого персонажа к нам в шоу. Ну, тем более, что праздников впереди много. Поздравлять есть с чем. Да. Я, кстати, задал своей жене недавно вопрос. Говорю, что хочешь на 8 марта? Так. Ты знаешь, у меня идеальная жена. Она сказала, ничего. Егор, ты не понял? Ты попал. В смысле попал? Ну как, ничего, это аббревиатура, и она имеет свою расшифровку. Ничего, Н, норковая шуба, И, игристое шампанское, Ч, черный айфон, Е, Египет, путевка, П, Г, гламурные туфли и О, обновить гардероб. Блин, я реально попал. Все намного хуже, чем я думал. Подожди, что-то еще случилось? Понимаешь, она на самом деле сказала... Ничего мне не нужно. А там еще больше буков. Знаешь что, лучше звони, спрашивай, что она реально хочет. Алло? Ты вообще реально ничего не хочешь? Или, может, мысли? Ты сказала ничего. Нихуя себе! После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян будет свободной женщиной, и мне кажется, у нее появится шанс стать главной героиней в новом сезоне проекта «Холостячка». И это будет первый случай в истории шоу, когда участники будут бороться не за сердце холостячки, а за... Ну, ви поняли, да? За різні частини тіла. Перемогти у проєкті «Холостячка» дуже складно, Дім. А ще складніше, знаєш що? Тримати у секреті ім'я переможниці до ефіру фінального випуску. Ти просто не уявляєш, що у мене коїлося вдома. Гріш, а ти візьми, от і розкажи, нам всім цікаво, правда? Слухай, є пропозиція, я краще покажу. Ха,
Так. Давай. Друзья мои, только в программе «Дизель Найт» вы можете увидеть за кулисами самого успешного украинского дейтинг-шоу «Холостячка». Мы раскрываем все секреты. И сейчас представьте, сразу после эфира полуфинала «Холостячки» Гриша Решетник приходит домой. Смотрим. Христино, я вдома. Привіт. Привіт. А чого ти не сказала, що ти вечерю приготувала? Я теж два пакети з їжею приніс. Ой, ти заїжджав в магазин. Ой, сонечко, ну не треба було. Ти так втомлюєшся. Та ні, я на мастер-шефі. Забрав їжу, яка залишилася після випроби. А може, сідай вечеряти? Слухай, ти на мастер-шефі поїв. Знала б ти, як Ектор готує пельмені, просто непередвершені, а борошно в нього як. Ти такий кумедний цей Ектор. А хочеш, я тобі зроблю масаж? Христин, щось сталося? А? Ні. Ти вдарила машину? Ні. Треба завтра зранку дітей до школи завести. Ні, нічого не сталося. Чого ти взяв? Що щось сталося? Ну як чого? Святкова вечеря, масаж, ось це. Христин, ти хочеш мені щось сказати? Ти знову вагітна? А, ні. Це точно ні. Ну, принаймні, не у цьому році. Я хочу дещо запитати. Але спочатку давай подивимося таке коротесеньке відео. Давай. Чи згодні ви, Григорію, бути з Христиною у горі та радості, усім ділитися з нею, не мати від неї жодних секретів? Так. Так. І що? А обманювати, Гришу, не можна. Я не обманював. І порушувати обіцянки шлюбні також не можна. Та я не порушував, не збираюсь порушувати. Так, ти в мене хотіла щось запитати. Так, Гришу, ти мене любиш? Люблю. Я тебе люблю. А дітей наших любиш? І дітей наших люблю. І вони тебе люблять. Гришу, скажи, хто виграв холостячку? Христино, ну ти знову за своє. Ну, будь ласочка, ласочка. Та я тобі вже тисячу разів повторював. Я не можу розкривати цю інформацію. Ну, будь ласочка, ласочка, ласочка. Ні. Ти мене не любиш. Тоді скажи, будь ласочка, ласочка. Ну, ти не розумієш, якщо я скажу, мене можуть звільнити з роботи. Нічого страшного. Ти класний ведучий. Тебе на будь-який канал візьмуть. І, ну, на крайняк підеш губернатором Миколаївської області. Слухай, не хочу, один вже пішов. Ну, от бачиш. Краще на телебаченні. Христин, потерпи ще тиждень. Буде фінал, все дізнаюсь. Ну, я не можу терпіти. Мене подружки допитують. Ні, у мене контракт. Скажи, що тебе катували. Ну, хто може мене катувати? Ну, прости. Горбунов, ти скажеш, що він тебе примусив дивитися маскарад. А ти такий, о, ні, я все скажу, я все скажу. І ти розколовся ще на заставці. Ні. Ну, добре. Не хочеш говорити? Добре. Хоча б. Кивни головою. Переможець Олексій чи Саша? Сашко, я знала, боже, така пара. Давай відкриємо шампанське. Христино, я нічим кивати не буду. Я не знаю, хто переміг у холостяці. Дуже смішно. Ведучий Григорій Решетник не знає, хто, як. Та отак.
Дивись, коли холостячка вручала троянду, я заплющив очі і закрив вуха. Що ти зробив? Гріша, так це ж... Блін, ну це ж найцікавіше. Ти вчинив, як... Ну, не знаю, ну... Як реклама на СТБ. Ну, як ти міг заплющити очі? Ну, як-як? Різко і вчасно. Ну, ти ж знаєш, яка вона реакція? Гриша, у нас троє дітей. Я прекрасно знаю, яка у тебе реакція. Скажеш? Ні. Добре, не хочу розказувати. Ну, розказуй. А про інший проєкт можеш розказувати? Ну, про інший можу, звичайно. Гриша, а скажи, будь ласка, ну, може, ти там знаєш акт? Актриса там з Кріпосної. У неї таке, що прізвище кумедне. А Мішина, здається. Христин. Так, слухаю. Доброго дня. Вас вітає Пілотбанк. Маєте хвилинку? Так, маю. Була спроба зламу вашої картки. Для початку вам потрібно пройти верифікацію особистості. Дайте відповідь на секретне запитання. Так, добре. Переможець шоу «Холостячка 2020». Взагалі-то там мало бути дівоче прізвище моєї матері. Мабуть, якась помилка у базі. Продиктуйте ім'я переможця, я спробую ввести. Гарна спроба. А що я? Що я? Навіть у банку цікавляться, хто переміг. Так, зізнавайся, хто це? Наташка чи Юлька? Скажеш, хто виграв, я скажу, хто дзвонив. Ну, Гріша, хоча б, давай таку малесеньку таку підказочку, таку малесеньку, і я відчеплюся. Добре. Маленька підказочка, і ти відчепися. Так? У проєкті «Холостячка» переміг брюнет. Гріша, там обидва фіналісти брюнети. Нічого не знаю, ти просила підказку, я тобі сказав, відчепися. Добре, давай домовимося так. Ти мені кажеш, хто переміг, а за це на 8 березня можеш мені нічого не дарувати. Христина, минулого року ти мені казала те саме. Ти скажи, хто переможе у проєкті «Холостяк» і можеш мені не дарувати нічого. А потім на 9 березня ти замовила сережки і каблучку. То ж було 9-го? Ну, добре. Давай так, моя мама не приїздитиме до нас місяць. Два. Христин, у нас троє дітей. Я не хочу, щоб твоя мама їхала від нас. Тобто? Твій проєкт. Я правильно кажу? Проєкт. Тобі важливіший, аніж я? Добре, давай, тепер у нас буде так, як у проєкті. Я тебе поцілую лише на 5-те побачення. А так, я тобі скажу, лише у кінці сезону. І то я подумаю! Христин. Добре. Останній раз. Так. Я кажу, хто переміг. Мішина. А так. Обрала. Ого. Його. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Цього не може бути. Слухай, в чому проблема? У тому, що ми вболівали за іншого. Хто ми? Хто ми? Ну, жінки Всесвіту. Ну, я, мої подружки, моя манікюрша Таня, мій стиліст-Толік. Ну, знаєш що, Гриш? Фінал треба перезняти. Як перезняти фінал, Христин? Це ж фінал! Як перезняти? Ну, як? Ну, ти таки заходиш і кажеш, Мішина затупила. Треба перезняти.
Слухай, Христин, та яка різниця, хто переможе? От, всі ви чоловіки одинакові. Починається! Або ви перезнімаєте фінал, або ведучий Холостячки буде пояснювати, чому він став холостяком. Христин, дивись, я не можу просто так прийти і сказати, треба перезнімати. Це проєкт, це фінал, треба якась вагома причина на це. Ось тобі вагома причина. Всі дізнаються ім'я переможця ще до фіналу. Як? Та ніхто не знає. Як дізнається? Оставчук розтрендить. Та що Оставчук? Він теж не знає. Алло, Оставчук? Привіт, це Христина. Слухай, я пропоную бартер. Я тобі кажу, хто переміг у холостяці, а ти мені кажеш, хто під маскою жабки. Христина, стоп. Мов на паузі. Не роби цього. Я щось придумаю. Які вони гарні. Клас, така пара. Гриша, дякую тобі. Я так тебе люблю. Я тебе теж. А вже за місяць стартують зйомки другого сезону найінтригуючого шоу країни «Холостячка». Хто стане головною зіркою цього разу, ви дізнаєтесь зовсім скоро. Гріша. Гріша, скажи. Христино, ні, у мене контракт. А у нас троє дітей, і після розлучення я їх залишу тобі. Ні. Гріша, скажи. Христин, у мене контракт. Я думаю, вы со мной согласитесь, что в последнее время самой главной темой в Украине является тема вакцинации. Все мучаются вопросом, будет, не будет, делать, не делать. А если делать, и вдруг потом станет что-то не очень хорошо, кто виноват? В общем, эта тема беспокоит абсолютно всех. Слухай, Дим, мы взагалі вирішили холостяка вакцинувати у прямому эфире. Все просто. Гриш, ну вы чего, делать? Там говорят очень много побочных эффектов. Потом. Потом у вашего холостяка, может быть, да, вот это вот, знаешь, с горы поехал лыжник, вот рубильник резко выключили, вот это вот все. Жирафный его тваринка, да? Про жирафа я не понял, но в целом О, прикольно. Мы его на холостячку везем. Правильно? Там-то это не важно, правильно? Для декого так. Ой, здрасте. Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V. Не, спасибо, не интересует, нет. Подумайте, кто его знает, когда они официальную продажу поступят. А я уступлю. 50% скидочки сделаю на российскую. А чего так, перепрошу? Говорят, она не работает. А, класс. Гриш, будешь брать, нет? Слухай, Дим, я взагалі-то думав, я після тебе, я ще не вирішив. Ну, я теж как бы боюсь рисковать. Ви слышали, недавно депутату у Киви сделали вот эту вакцину? Ти думаєш, допомогло? Ні, хуже стало. Он вообще как... Он такой бегает, такой, глаза налитые, такие, так, всем что-то говорит, ничего не понимает. Это логично, Дим. Хотя, в принципе, он и до этого такой был. Ну, вы знаете, нет, наверное, не надо. Хотя, может, я тещу возьму? О, тоді дві для моєї, будь ласка. Ні, для моєї дві. Слухайте, до речі, ви чули, що в деяких країнах, наприклад, в Ізраїлі взагалі всі вже вакциновані? Ну, понятно, это Израиль. Там, если у тебя нет вакцин, тебя не запишут на обрезание. Ну, вы будете брать или нет, а? Нет, мужчина, мы брать не будем. Нет. Подумайте, желающих много? Є пропозиція, ви краще дівчатам в залі запропонуйте, вони люблять рідні укольчики. Только, девочки, на всякий случай скажу, даже если вы сделаете вакцину, маски потом все равно придется носить. Поэтому... Не хотите, как хотите. Пойду кому-то еще предложу. Вообще странно какое-то, он и в гримерку ко мне заходил. Да, но он в гримерку, когда заходил, не вакцины показывал. До мене не заходить. Не, он так зашел, так открывает, говорит, а! Я говорю, слушай, вот, глаза мы. А я думаю, что ты такой поразмученный, Дим? Так это ладно, в этот раз он плач так сделал, а в прошлый раз он со спины его открывал. В общем, на самом деле не об этом я хотел поговорить. Друзья, говорят, что совсем недавно украинские ученые наконец-то разгадали секрет российской вакцины «Спутник В». Они с точностью 100% установили, что российская вакцина «Спутник В» — это, ха, боярышник. Мы продолжаем, друзья, поехали!
Кого не секрет, що на каналі СТБ переважно жіноча аудиторія, яка обожнює дім драматичні серіали. Саме ця аудиторія щиро вірить в екстрасенсів, віщунів та ворожок. А ще вони вірять, що в кінці проєктів «Холостяк та холостячка» обов'язково буде весілля. Гриш, ну на самом деле, это ведь все ради любви. Ведь только ради любви и женского счастья женщины обращаются к психологам, к психиатрам, к массажистам. Причем каждая выбирает свое. Але ты знаешь, як не дивно, усі 100% жінок довіряють лише одній жінці – бабці-гадалці серіалу «Сліпа». Да, на самом деле это удивительное явление. Друзья мои, мало кто знает интересные факты о сериале «Слепая». Например, знали ли вы, что вместо гонорара главной актрисе выдавали нарезанную бумагу? Серьезно, да. И что за фразу «смотри в камеру» побили режиссера. А вы знали, что в Украине уже закончились несчастные истории, и теперь «Слепая» создает их сама. Сценаристы просто записывают, а потом она все исправляет. А ты знав, Дим, что Леся Нікітюк не пройшла кастинг на главную роль сериала «Слепа» после первой своей фразы «Кто слепа? Сама ты слепа кобила! Да я тебе сейчас око на дупу натягну! Слепой она меня называет! Где притула?» Слушай, я уже на самом деле ничему не удивляюсь. Программа «Дизель Найт» решила снять собственный сериал-пародию на эту тему и показать, что помогать людям может не только слепая, но и косая, немая, бухая и кривая. Да, в общем, любая. Отже, щотижня новий персонаж, а сьогодні ми з задоволенням пропонуємо вам переглянути першу серію нашої пародії на серіал «Сліпа». Геннадій колись був невдахою. Бідний, страшна дружина та ще й маленька Піпка. Та йому допомогла бабуся Ніна. Бізнес пішов угору, дружина погарнішала і все. Тепер такі самі проблеми у друга Геннадія Валери, тільки ще менша піпірка. І тому Геннадій вирішив привести свого друга до баби Ніни. Чи допоможе вона Валерію з його проблемами? Есть кто живой? Заходи. Хозяйство. Ты что, и вправду думаешь, что какая-то бабка сможет помочь? Да, конечно. Мне же помогла. У меня практически такие же проблемы были. С бизнесом не ладилось, с женой не все чики-пуки. А потом все как на мази. Ну, я, правда, не к этой бабке ходил, но это, говорят, еще круче. Заходить. Заходите все четверо. Чего молчите? Говорите, что с вами. Проходите, а я присяду. В ногах, правда, нет. Бабуля! Все нормально. Нормально все с бабушкой. Промахнулась малеха. Говорите, что хотели. Бабушка, вообще-то мы тут. Я знаю. Но то я и ведунья. Ну да. Сейчас посмотрю в свой магический шар. Вижу листья, вижу зелень, голубцы, вижу. Волшебный шар, хрустальный.
У тебя проблемы с бизнесом, с женой проблемы. И пипирка у тебя маленькая. Типун тебе на язык, бабка. Это не у меня, это у него. Так я ж говорю, у него. Да не у него, а у меня. У тебя? У него. А, у него? Да не у стола, у меня. А, я поняла. У него. Да нет, у него уже совсем все плохо. А у меня просто плохо. А хотелось бы, чтобы стало хорошо. Садись! Ауру твою чистить буду. Чищу, чищу, перечищу. Чищу, чищу, перечищу. И через левое плечо. Фу! 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 Бабуля! Сейчас я в тебя святой водой окроплю. Да осторожней, можно? Руку дай. Гадать буду. Руку, говорю, дай. Вижу. Вижу. Что видите? Вижу. Что, что? А так не вижу. Вижу. Не вижу. В глаза смотри мне. В какое именно? В оба. Смотри в оба. Душу твою чистить буду. Яйцо! Что яйцо? Яйцом катать буду. Склони голову! Так ты лысый, что ли? Яйцо кручу, верчу, порчу выкатать хочу. Все! Выкатала порчу. Смотри, в этом яйце все зло. Пока яйцо целое, то все у тебя будет хорошо. Держи, береги его. Разбил? Да. Так и знала, растяпа. Ладно, зелье сделаю сейчас. Специальное. Ты! Это, я так понимаю, сейчас вы ко мне обращаетесь, да? Дай мне его. О, нет, бабуля, я ничего вам давать не собираюсь. Дай, сказала! Да не дам я его! Дай мне чан! Чан? Чан. Вот это? Где мои ингредиенты? Головка чеснока. Картофельная. Собачье сало. Вкусно. И самое главное, кочан капусты. Не надо. Давайте, может, какой-нибудь заговор, ну, так сказать, в устной форме. Так вы точно не промахнетесь. Говори, что хочешь. Я 100 000 хочу долларов, чтобы у жены грудь 3-го размера стала. И у меня там, чтоб, ну, хотя бы 28 сантиметров. Шкамбала, мамбала. Друмбула Сагандалья! Сделала! Ой, я извиняюсь. В смысле? Эй, алло! У меня на счету было 2 миллиона, а теперь 100 000! Что за... От жены? У нее грудь уменьшилась. Теперь не 5-й размер, а 3-й. Ну, это, конечно, спасибо, но в остальном... Какого хрена, бабушка? Ну, промахнулась малёха. Малёха? Малёха. Это не ему надо было, а мне. Так я и сделала тебе. Так а надо было ему! Мне, да. Тебе, что ли? Да не мне, ему! Ему? Ему! Ну вот, фамбара-фамбара, шандайк, сделала!
Ты что сделала? Ты мне сейчас сиськи сделала? Бабка, ты дура косая! Сам просил, вот и сделала. Это не я просил, это ему вон надо было. Тебе? Ему. Ну на и тебе. Самбара-хамбара-шайк сделала. А? На этот раз она попала. Только я не себе грудь просил, я жене грудь просил. Жене? Так надо формулировать точнее. Слышишь, бабка? Ну-ка быстро, возвращай все, как было, иначе я тебя прямо здесь урою, ты! Да ладно, бабуля, я это... Сердце! Все. Чем помочь? Что делать? Дай мне! Я не дам, я уже говорил! Бутылку дай! А, где? Вон же она, вон, вон! А, вот это? Дай! Да. Что? А? Она! Блин! Мало того, что мне сиськи сделала, так еще и самоубилась! Так это что получается, если она умерла, как исправить теперь это все? Вот классно! Вышел помочь другу, а вернулся с сиськами и без денег. Классно! Спасибо! Я-то тут при чем? Это вон! Одно только радует, что... Грудь-то больше, чем у жены получилось. С такой грудью сами себе заработают. А бабушку зелье снотворное еще никогда не подводило. Сюрприза! У нас в гостях звезда, которая сократила свое имя настолько, что теперь в ее паспорте поместились слова обворожительная, сногсшибательная, сексуальная, талантливая. Можно громко аплодировать, у нас в гостях НК Настя Каменски! Настя, добро пожаловать! Можно я обниму? Там так приятно, что ты сегодня с нами. Мне тоже очень приятно. Я буду сегодня говорить эту фразу не один раз. Побалуемся? Оставьте нас. Ну, побалуемся. Да? И я хочу тебя пригласить к нам, где уже... Смотри, что происходит с этим мужчиной. Спасибо, что пришла. Настя Каменских, МК. Кстати говоря, в последнее время, что МК стала расшифровываться по-другому, да? No коронавирус. Говорят, что сейчас так решили сделать. Это да. Можно. Настя, я очень хочу, чтобы ты посмотрела на Егора внимательнее. Да. Чтобы ты вгляделась в него. Потому что вот именно так будет выглядеть Потап, если ты будешь его перекармливать. Вот, мне кажется. Но, коли мы уж смотри, с тобой заговорили о Потапе, вот, ну, легко с Потапом вообще жить? Мне кажется, что непросто. Нет. Я вот просто хочу, чтобы ты рассказала, каково это жить с большим, лысым, с веселым, богатым мужчиной. Ты рассказывай, я послушаю, мне просто интересно. Лысый мужчина. Ну, бритый, хорошо, бритый. Да, это крепкие орешки. Можно про все тело рассказывать? На самом деле, с гением жить не просто, действительно, но я считаю... А с Потапом? А он у меня гений. Не, он очень веселый, с ним офигенно жить. Он настолько легкий и такой прикольный. Конечно, когда... Уже медведь у меня. Конечно, когда медведь злится, он может... Сосет лапу, если с ним спросить. Нет, он наступает на уши. Тоже Потап. Он такой, да. Ну, Мишка, уволь. Косолапый. Да, если ему не дать меда, то он, конечно, там, да, начнет буянить. А вот, а так... Не буду спрашивать, что это за аллегория про мед, когда мы начали говорить.
Вот бывает такое, что, не знаю, Потап для тебя готовит, ты для Потапа? Я готовлю каждый день. Что? Да ладно? Бедненькая, Я Господи. Готовлю каждый день, и каждый день я собираю своему мужу и себе по 5 судочков. Судочки. На целый день. Подписываю обязательно для Лёши, все раскладываю, что-то готовлю с вечера. Вот, например, котлеты могу за 3 дня, на 3 дня могу приготовить, потому что иногда бывает очень сильный график, и ты не успеваешь, естественно. Вот, поэтому Лёша мой, кстати, абсолютно недавно начал готовить мне на выходные мясо. Нам подарили такой тандыр. Вот, он никогда этого не делал, честно вам скажу. Было такое, что вот я ему там уезжаю, и мне надо быстро что-то дома оставить, там творог, и он говорит, и это ты хочешь, чтобы я сам взял ложку и наложил в тарелку. Это что? Ну, конечно. Ну, то есть было вот такое. Сейчас он уже, ему понравилось, и он начинает готовить. Вот. И мне он готовит мясо, да, в тандыре. Скажи, а что ты готовишь обычно? Вот, ну, я не знаю, курица. Ой, очень все-все-все примитивно, а? Ужасно примитивно. Он, утром это овсянка, потом у нас есть перекус, это белок, это яйца, белки, только белки. Вот. Ну, Леша, конечно, порции там другое все, потому что он мужчина. Ага. Обед это чуть-чуть там углеводы, какой-то белок. Это каша гречневая, я просто ее очень люблю и бесконечно ем. Вот. Мозги готовишь ему? Нет. Обезьяне? Нет, мало того, я их даже не люблю. Вот. Ему. Мозги я не люблю. А у меня вопрос, который беспокоит, я уверен, сейчас абсолютно всех женщин. Вот ты дала Потапу 5 судочков. Он их возвращает потом? Ну, у нас другая проблема еще. Да. У нас еще есть какие-то проблемы? Я не понимаю. Нет, проблем у нас нету. Есть такой маленький нюансик, что если ты не положишь ему эти все судочки в машину, то он их оставит дома. Боже, у меня ощущение, что у тебя не муж, а ребенок. А я его каждый раз надо в школу собирать. Я же тебе сразу сказала, что он гений. То есть действительно человек находится все время в космосе. Он как будто там медитирует, йоги, например, да? Он все время медитирует. Просто ему вместо там, я не знаю, чего-то приходят куплеты, мелодии, песни. Я ему однажды дала список, говорю, Лешенька, она приходит в гости, мне очень-очень важно, чтобы ты купил по списку вот, этот, вот эти продукты. Он хорошо, я, конечно, он вообще, он всегда мне помогает, он очень классный мужчина. То есть я имею в виду, что он всегда там, нету такого, что я не могу, не хочу или еще что-то. Он всегда, окей, я поеду. Приехал человек через 1.5 часа, ничего со списка он не принес. Он купил все то, что никогда не бывает в нашем доме, вообще никогда. То есть создалось впечатление, что человек просто идет и вот так сметает все полки. Я говорю, что это такое? Он говорит, прости меня, пожалуйста, я шел и сочинял песню, я просто был, ну, не здесь. Вот так. Да, на самом деле это круто. И я думаю, что, знаешь, сейчас многие женщины узнали вот в этом своих мужчин. Хорошо. А правда ли, что вы соседи с Юрой Горбуновой? Юрой Горбуновой. Вот это известная певица. Юра Горбунов и Катя Осадчая, правда? Горбунова. Горбунов, Юрчик, Горбунов. Вы соседи? Да. И прямо у вас забор общий, что ли? Нет, забор не общий. А, так бы прикольно было. Так выходишь, говоришь, Юра, Катя! Юра такой, что? Его не видно. И Катя так видно, что... Шляпка, да, и глаза. А Юра так... Я тоже здесь. Кстати, я слышал, что что-то недавно произошло, коллизия. Кто-то кому-то въехал в забор, так, по-соседски, на машине. Наоборот, Леша помог Юре. Он пытался в свой гараж. А, он подтолкнул его автомобиль? Нет. Он принес, по-соседски огромный мешок соли. Он прибежал в тот момент, когда Юра уже начала нести, и он не видел, и ну, в забор мог въехать, и Леша. Несмотря на то, что вы все четверо звезды, вы хорошо дружите, да. И хорошо живете. Вот берите пример, друзья. С соседями нужно жить дружно. Причем, вы знаете, что мне понравилось? Насколько быстрая реакция у Потапа была. То есть Юру начала заносить на автомобиле, Потап увидел это через окно, успел взять мешок соли. Нет, он туда приехал на рынок. Кто приехал с собой? Леша. Нет, это все не важно. Главное, что они помогают друг другу. Это вот. Круто. Да. Ты знаешь, что ну, у женщин звезд шоу-бизнеса есть у каждой, в принципе, своя неповторимая фишка. У Кати Осадчей это шляпки, у Оли Поляковой шлепки, вот, у Лободы губки, у Сердючки это я не смогу произнести. Птички. Вот. Я раз это можешь это произнести. Вот. Настя, у тебя какая фишка? Сама, вот ты как считаешь, какая твоя фишка? Ну, я думаю, что это волосы. И меня запоминают и детки, например. Детки повторяют очень... У меня дочка, ей 5,5 лет, она, когда услышала впервые песню «Попа как у Ким», в
принципе, вот следующий месяц я каждый вечер, что я делал? Я сидел и смотрел, как моя дочка скачет на диване, кричит «попа, как у Ким» и показывает мне свою, соответственно, попу. Слушайте, это знаете что? Это так удивительно. И что, тебе не нравится, что... Мне нравится, я обалдею, когда у меня дочка танцует. В этот момент не надо собирать лего, не надо играть с куклами, потому что я хреново играю с куклами. Ну слушай, ну это на самом деле круто. Конечно, круто. В 5 лет ты уже умеешь танцевать тверк. Да, тоже скажи. Но я хочу... Я только лет в 27 это, вот это детский начал. Тверк у меня. Но я пытался как-то танцевать тверк. Жена увидела, к сожалению, этот момент. Вот. Но у мужчин просто разговор. Нет поп, поэтому это не прикольно. У чего нету поп? У меня? У мужчин нет поп. У меня, кстати, есть. Не здесь, но есть. Что? А покажи. А вот это что? Вот это, вот это, вот это. Вот это вот что? Вот это вот что? Да вы ими так не умеете пользоваться. Ты достаточно вот откровенна в соцсетях. Очень. Я была бы больше откровеннее. Еще но мне больше? Кажется, что наши люди к этому не готовы. Ага, вот мы... слушай, я выросла в Италии. Я родилась в Киеве, в Украине, но я выросла в Италии. И могу тебе сказать, что там гораздо легче к этому относятся. Честно вам признаться, я бы была бы нудисткой, но переживаю, что кто-то захочет сфотографировать или снять и... Потом это будет все в интернете. Я бы на их месте вот. А так я бы не стеснялась, потому что, ну, слушайте, мы же все, не знаю, что я могу нового такого сверхъестественного показать? Я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, что это действительно здорово быть естественной, настоящей. Вот смотришь на твою фотографию, прямо вот курочки-пупырышки побежали. Вот. Друзья, вам же нравится, правда? Ну, просто согласитесь. Я еще хотел спросить, вот это вот ваша, твоя экспансия на латиноамериканский рынок. Сколько народу латиноговорящего примерно ты прикидывала себе? Посмотри, если испанский считается третьим языком в мире. Третьим языком в мире? Да. Английский, китайский и испанский. Соответственно, говорит очень много людей. Мы просто подумали о том, что вы недооцениваете, мне кажется, индийский рынок. Около 2 миллиардов людей живут. Представь себе, если элефанте сделать в индийском стиле... Подожди секундочку, я сейчас тебя перебью на секунду. Но на самом деле элефанте стала мега популярной в Индии. Съел? Она стала очень популярной в Турции, Латинской Америке, в Соединенных Штатах, в Израиль, Европа, Румыния. И вот две страны, которые прям очень сильно полюбили, это была Турция и Индия. А давайте поаплодируем, это круто. Так, но... В любом случае хочется вот к этим аплодисментам присоединиться, потому что ты именно тот человек, который наиярчайшим образом рекламируешь нашу страну. Когда люди смотрят, что в нашей стране живут такие девушки, как Настя, как они поют, как они двигаются, как они говорят, я думаю, приехать сюда, в нашу страну, они просто после этого обязаны. Еще раз аплодисменты Насте. А скажи вообще, о чем эта песня? Просто я сначала думал, что это как у Майкла Джексона, типа о любви к слонам. Про хобот это. Леша, она с ним живет. Нет, хобот. Гигант. А правда? Леша классный мужик. Ну ты соединяете ниточки. Я за либретто тебе спасибо. Пожалуйста. Вот, ну все-таки, Настя, о чем эта песня? Вы знаете, что все песни все равно о любви. Как вот как оно там какие-то ниточки не соединяет, каким-то образом оно все равно приходит к выводу, что это песня про любовь. Ну подожди, это просто разные способы. Ну, в том-то и дело, понимаешь, когда я пытался перевести элефанта гиганте, то... Гиганте, я правильно? Да, вообще. Слушай, ге у них считается как хэ. Хэ. Да. А что, тогда нельзя было хэ написать? Зачем писать хэ? Ну вот так, они, мало того, эйч они вообще не читают. Вот. И вообще а нахрена они ее у них, например, пишут? Знаете, есть такая вот, они просто, ну, невероятно для нас, невероятно вообще есть некоторые фразы. Например, у нас хорошие отношения... Это «ебамос бьен». А можно еще раз? Мы в анонс возьмем. «Ебамос бьен». «Ебамос бьен». Си. А если плохое у нас с тобой я отношение, «ебамос мать». Я обычно так кричу Смарыгину, когда он заходит в туалет, когда я там внутри. «Ебамос но бьен». Но это слово, это в этом словосочетании. Но это слово же означает и «носить».
Ебарон траху — это носить костюм. Траху — это костюм? Да. То есть если сказать трахнул, то значит я пошел и купил костюм? Куда трахнул по столу и пошел купил себе костюм! Я знаю, что в испанском есть межзубной звук «с». Да, знаешь историю его? Я слышал, вот расскажи. Да, потому что жил однажды король в Испании, не произносил вообще «с», ну, у него был такой дефект речи. И горожане, в знак его, ну, уважения к нему, они вообще приняли решение все «с» говорить вот так «с», как говорит король. И на самом деле мне очень тяжело отучиться. Если бы у нас Женя Смородин стал, не знаю, президентом Украины, вся страна начала бы заикаться. Бывает такое, что вот после долгого занятия испанским, вот ты привыкаешь к этому межзубному звуку. Не, я сейчас отвыкаю. Вот, ну что, что, и что? И вот ты, ну, вот начинаешь общаться в жизни вот так. Лёша, пришло письмо? Пришло письмо. На самом деле, послушай, да, это очень тяжело, потому что, вот представьте себе, всю Латинскую Америку, она вся, ну, практически вся разговаривает на испанском языке. И у меня была такая проблема, когда я выпустила свой альбом «Эклектика», куда вошел «Элефанте» и «Ауэво», мы же, естественно, ну, хотели узнать какие-то отзывы, там, отправляли для того, чтобы понять, возможно. И мы поняли, что, оказывается, например, вот везде все хорошо, и только в Аргентине это слово означает «плохо». Ну, плохое слово, короче говоря. Или, например, слово «пинья». Это а ананас. Какое слово? Мы запикаем. Это пинья, это ананас. И только, но везде она ананас. Но только на Кубе она означает... Не могу сказать. Скажи мне на ушко, я озвучу. Это что-то с женщиной связано? Да. С, женская... Пинья. Пинья. Да, и когда ты приезжаешь и говоришь, ну обычно же все любят фреш, да? И ты приезжаешь и говоришь, зумо керуна, зумо де пинья. Они там ржут, потому что ты говоришь, я хочу сок из... И это на самом деле на каждом шагу. По поводу, вот ты сказала по поводу того, что ты жила в Италии. Mm-hmm. Как у тебя с итальянским языком? Ты его помнишь? Сейчас уже все плохо. И с английским тоже. У меня испанский полностью вытеснил все языки. Хорошо. Вот этот испанский, я когда увидел интервью, когда mm-hmm. ты говорила на испанском. А, да, и мне сейчас легче с тобой на испанском даже говорить. Господи, то есть это ты действительно на нем разговариваешь не так, как мы, как я на итальянском. Тут прикиньте костюмы джаре, бабене, рагаци, браво. Или как Дима на туркменском, как ты говоришь, на туркменском. Да нет, на самом деле мы приглашаем тебя в рубрику «Музыкальная подстава». Предлагаем тебе, знаешь, что сделать? Вот известные украинские песни попробовать исполнить на испанском языке. Что скажешь? Офигенно! Но мы понимаем, что, возможно, тебе будет одной непросто, поэтому мы пригласили в помощь вот этот замечательный Bet. Дуэт. Mm-hmm. Да. Ребята, так же, как и ты, захотели выбрать себе короткое название. Назвались «Же». Женя и Егор. Потом поняли, что это слишком женственно звучит, и ребята выбрали себе другое название. Это теперь у нас дуэт «Бесаме Чмо». Одну секундочку, Дим, там... Что? Может быть, «Бесаме Муч»? «Бесаме Мачо». Мачо. А, «Бесаме Мачо». Нет, Жень, здесь написано «Бесаме Чмо». Это дуэт «Бесаме» и... Да, «Бесаме» и, соответственно, «Чмо». А чё я чмо, а он бессонный? Давайте к музыке пойдем. Хорошо. На самом деле все очень нет, просто. Нет, подождите. Что тебя смущает, Жень? Почему я чмо, а он бессонный? Принесите зеркало, он ничего не понимает, да? Я думаю, что мы на альбом назовем, я не знаю, ну, например, «Попа, я горбуз». Может быть, вариант? Такой, чтобы добавить немножко украинского, и чтобы в то же время использовать уже хайп в хорошем смысле этого слова. Итак, Настя, вот там на экране будет появляться испанский текст. У нас, кстати, есть хороший переводчик с испанского. Ага. Вернее, это дуэт. Он и она, Siri и Google. Вот, поэтому давай посмотрим, что из этого получилось. Итак, первая песня, которую знают все, зал аплодирует, бенд начинает. Поехали!
Каляева аква, эль балансидо планет, и детрас де эйванко, комо вигаро рисо. О, детрас ке вобло, детрас ке месо. Хочу напомнить название этого дуэта «Бесаме Чмо». Че Чмо? Я не знаю. Ну что ж, идем дальше. Следующая песня очень известная, Настя. Мы подумали, что, знаешь, вот сейчас несправедливо. Ребята стояли, прохлаждались во время первой песни. Я играл. Конечно. Поэтому мы решили все разделить по-честному. Ты поешь запев, ребята поют припев. А что мы сейчас поем? Мы поем замечательную украинскую песню «Там Соловейко шебетав». Ще разочек. Спасайте, пацаны, спасайте припевом. Что творится вообще? Настя, ну я думаю, ты со мной согласишься, сейчас ребята дали джаз. Конечно. Это особенно джаз? Вот это вот испанское их фит-фит-фит, тёх-тёх-тёх, ай-я-я. О, иди, и меня, вот конечно... Вот это, кстати, вы классно перевели. Вот все остальное нет, а вот тут без ошибок. Это же Настя, может, дуэт? Конечно. Чмо и Настя. Это прям как «Красавица и чудовище». А сейчас будем петь третью песню, да? Я так напоминаю, кто-то у нас поет только одну строчку. Это вы, мужчины? Так как нам понятно только uno, dos, tres. И ведь тёх-тёх-тёх, да. Поэтому мы будем петь цифровую часть этой песни. Первую строчку. Договорились? Не, она первая в припеве. В припеве. Да. Первая в припеве. Наконец-то мы определились. А все остальное, Настенька, для тебя. Итак, следующая песня под аплодисменты всего зала. Какая? Распрягайте, хлопцы, кони. На самом деле, по-моему, все получилось всунуть, скажу откровенно, как есть. Особенно меня порадовала фраза, там, где вот чернявая девчина, это «Чико Негро». Это вообще, я считаю... Чико Негро. Негро — это черный цвет, черный. Негро, черный. Негро? Да. Но мне говорили, что если в Америке, если в Америке сказать черный цвет, то можно в тюрьму попасть. Да, лучше петь афроамерикано, Чико. Вот так. Но, на самом деле, мы хотим сказать огромное спасибо, друзья, ваши аплодисменты. У нас в гостях была Настя Каменских. Перфектимо. Muchas gracias. Как сказать «я люблю тебя»? Te amo. День. Настя, te amo. Gracias, gracias. Un momento, un momento, un momento, perché...
Слушайте, вы видели, как Настя обрадовалась цветам, а? И это звезда. Мне кажется, вот сейчас простые женщины и прям, ну, даже немножко так позавидовали. Потому что бытует мнение, что, ну, мужчины, они редко дарят цветы женщинам. Ну, потому что поводов не так много. Ну, какие там поводы? Ну, 8 марта, день рождения, да, день рождения каждого ребенка, ну, каждого. Потом день свадьбы, день первого поцелуя, день возвращения из командировки. Видите, офигеть, сколько! И если этого вам мало, то сейчас вы получите лайфхак от нашего шоу. Ми вирішили знімати соціальні ролики для жінок. У них ми будемо підказувати чоловікам, як себе поводити заради гармонії у сім'ї, заради того, аби не згасав вогонь у ваших стосунках. Да. Ну і просто, щоб, я не знаю, посміятися. Так, це така собі методичка ідеального чоловіка, але й жінки тут знайдуть багато корисного. І розпочати нашу серію ми хочемо, звичайно ж, соціального ролика про квіти. Воно і не дивно. Післязавтра свято, якщо хтось забув. Так, внимание, мужики, смотрим і записуємо. Жінки, дивимося і насолоджуємося. Арсеній, 30 років, айтішник. Востаннє дарував дружині квіти минулого року. Аркадій, 45 років, автослюсар. Востаннє дарував квіти дружині на день народження. Навіть не останній. Слухай. Максим, 37 років, фермер. Коли востаннє дарував дружині квіти, не пам'ятає. Андрій. Вік не визначено. Безробітний. Взагалі не пам'ятає, що таке квіти і чи одружений він. Дружини залежні від квітів. Треба допомогти їм вилікувати цей недуг. Здивуй кохину. Подаруй квіти 7 березня. І 8-го будь вільним. Та випий за коханих жінок. Сейчас, друзья, произойдет то, что никогда не происходило. Вы знаете, мы бы очень хотели поздравить всех женщин с 8 марта. Праздник действительно прекрасный, и нам не хотелось бы, знаете, делать какие-то банальные вещи. Мы хотели бы действительно сделать крутой сюрприз. Мы хотели бы сделать то, что еще никогда не делали на украинском телевидении. Мы хотели бы сделать то, чего женщины, телезрительницы телеканала СТБ ждали последние лет 20. Вы готовы? Тогда я вас хочу познакомить с одним человеком. Встречайте, стриптизер Альберт. Милые дамы, я хочу услышать вас. Вы готовы? Настоящий крутой подарок для всех женщин с 8 марта. Поехали, Альберт, жги давай! Еще не видели, и мне искренне хочется надеяться, что вам понравилось. Девчонки, вам понравилось! И это круто! Друзья, впереди вас ждет еще огромное количество сюрпризов, потому что мы продолжаем. Это Дизель Найт! Это шоу «Дизель Найт», и мы продолжаем. Друзья, вы знаете, в нашей программе мы будем показывать пародии не только на политиков и звезд эстрады, мы будем высмеивать самые актуальные события из всех сфер нашей жизни. Нещодавно було прийнято закон, згідно з яким наші поліціянти отримали право використовувати електрошокери у будь-якій ситуації.
Ну да, даже иногда просто по приколу. Ну вот настроение у него плохое, тадач, все, разряд летит прямо в вас. Мало того, они даже ролик умудрились снять по этому поводу. Ну, наверное, чтобы объяснить будущим жертвам, как это безопасно и даже приятно, когда через тебя пропускают ток. Ось кадры из этого ролика у нас на экране. Я начальник департаменту патрульной полиции Украины. И сегодня я расскажу вам про тейзер. Тейзер помогает на короткий час знерухомити правопорушника. И чтобы продемонстрировать вам его дію, я зараз протестую його на собі. Це було доволі неприємно, але я цілий та здоровий. Ми не могли залишитись осторонь і вирішили провести власні випробування з цього приводу. Що з цього вийшло, пропонуємо подивитися просто зараз. Вітаю, я Єгор Крутяк, начальник департаменту патрульної служби України. Сьогодні я презентую вам новий спецзасіб стримувальної дії «Трахер Екстрим». Завдяки цьому трахеру можна затримати будь-якого правопорушника, не завдаючи шкоди його здоров'ю. І зараз я це продемонструю на собі. Сержант, стріляй. А може, не треба, а? Не бійся, зі мною нічого не станеться. Ні-ні-ні, хлопці, все нормально, я сам. Зараз ви побачите, що цей засіб абсолютно безпечний для здоров'я. Ви відчуєте лише легке... Сержант, а чого то... Сержант, я казав, може, не треба. А ви казали, стріляй. Ну, о, я і стрельбанув. А тепер сержант, що ж так боїшся, все нормально. Все, я в порядку. Як то кажуть, перший млинець на нівець. Так? Давайте, я готовий. Я вже після першого разу звик до болю, тому другий раз вийде нормально. Давайте без мого спіча. Одразу остання фраза. Так? І постріл. Зараз я вам продемонструю, що трахер X3 абсолютно безпечний. Вдруге це ще болючіше. Слухайте, може, ну його нафіг, це відео, а? Якось без нього. Сержант, ти що, зрадник? Це наказ міністра, а накази не обговорюються, накази виконуються. Давай. Стріляй, тільки далі відійди. Ну, може, мене так сильно трахнуло, тому що ти близько стояв. Давай далі, далі. Добре, добре. Вогонь! Я в порядку. Сержант, відстань не має значення. Все. Я в нормі. Можемо знімати. Давайте, давайте знімемо все. Слухайте, а можна я не буду більш стріляти? Я віруюча людина. Я не хочу брати гріх на душу. Сержанте, ти поліцейський чи ти хто? Ми знімемо цей ролик. Давай, підійми мене і стріляй. Тільки цього разу у сідниці. Там в мене менш чутлива зона. Зрозумів. Гаси! Гаси!
Григор Григорович, я не знаю, чого воно спалахнуло. Я стрільбанув у сраку, як ви і сказали. Я знаю, чого. Бо в мене запальничка була в задньому кармані. Григор Григорович, а тут якась кнопочка є, о, і напис. Регулювання потужності. О. А що це? Твою мать! Ти! Твою мать! Я тут страждаю, мучаюсь, а ти тільки но знайшов ту кнопку? Ну так я... Давай, змінюй потужність і стріляй у спину! Добре. Хоч знайшли. Сержант, добий мене. Пристрели. Я благаю. Ігор Григорович, я розібрався. Тут до цього була мінімальна потужність. А я трішечки збільшив до максимуму. Зробиш зі мною, господи, за що? Згоден. Ти ти бастос! Згоден. Твою мать! Ми знімемо цей ролик. Я в порядку. Я дещо придумав. Все. Цьому сильно трахнути не повинна. Зараз я протестую на собі трахер X3. Сержанте, стріляй! Мозок наче на світло реагує, але ж пульсу немає. А що сталося? Ми знімали ролик. Так, зрозуміло. Тіктокери хренові. У нас за день по 10 таких викликів. Давай дефібрилятор, швиденько. Ой-ой-ой, швиденько. Разряд 300. А ні, тут така туша, давай 500. 500 давай. Ні-ні, благаю. Тільки не розряд. Сержант. Це не я. Давай, 800, 800, 1000 давай, 1000. Та хорош мене бити з другом. Ну все, 1300. За виклик з вас, 1300. Вітаю, мене звати Євген Сморігайло. Я тимчасово виконую обов'язки начальника департаменту патрульної служби України. Сьогодні я розкажу вам про дуже безпечний засіб стримувальної дії трахер X3. Ну і вона цей трахер. Друзья, вы знаете, нас часто спрашивают, почему в нашем шоу в основном участвуют уже известные артисты. Почему мы не открываем новые звезды? И вы знаете, мы решили исправиться. И действительно, мы будем открывать новые звезды в Diesel Night. И прямо сейчас, на этой сцене, просто на ваших глазах появится абсолютно новая звезда украинской эстрады. Многие звезды шоу-бизнеса начинали выступать по кабакам, ночным клубам и караоке-барам. Наша звезда планирует там заканчивать свою карьеру. Многие девушки попадали в шоу-бизнес через постель. Наша звезда попала в постель через шоу-бизнес. Да, она не приемлет секс за деньги, но, в принципе, не против доплатить за хороший секс. Что интересно, в ее песнях красной нитью прослеживается тема нелегкой судьбы всех драматических сериалов на СТБ. «Слепая, больная и крепостная».
Ну и, наконец, в отличие от многих отечественных звезд, это точно не зазвездится. Потому что звездоносит она еще в молодости. Восходящая звезда ночных клубов и ресторанов Елизавета Блудова! Добрый вечер. Елизавета Блудова. Можно просто Лиза Блудова. Я думаю, вы все помните скандал с депутатом, который заказывал девушку легкого поведения прямо в зале заседания Верховной Рады. Помните? Конечно, помните. Интересно, что он оказался не один такой. Среди наших депутатов это просто, ну, я не знаю, массовое явление. Их уже можно собрать в отдельную фракцию, которую можно будет назвать «депутаты легкого поведения». Вы знаете, у меня возникает ощущение, что наши депутаты вместе с мандатом получают, ну, прям телефоны всех путан Киева. А потом за правильное голосование они получают премии на содержание этих жриц любви. Но ответ на вопрос, откуда берутся все-таки у нас девушки легкого поведения, мы с вами получим в премьерной песне Елизаветы Блудовой. Очень банально. Про милую девушку по имени Аня. Простая девчонка, таких много очень. Она хочет все сразу, но работать не хочет. За счастьем приехала Аня в столицу и быстро довольно там встретила принца. Точнее сказать, это он ее встретил. Можно всех посмотреть. И Аню заметил. Да, в возрасте принца, к тому же женатый, работает в Раде простым депутатом. Ему 50, нашей Ане лишь 20. Но все по любви, даже не сомневайтесь. И вот повело, унесло, закружило. Вино, рестораны, тусовки, Мальдивы. Отдельная в центре квартира с пропиской. Аня все заработала собственной. Тут рифма по смыслу. Добавила Аня и принцу заботы. Сложнее все думать ему о работе. Какие законы, какие реформы? Анютка все шлет, обнаженные формы. Коллеги шумят, говорят, выступают, мол, люди нищают, народ голодает. И он бы согласен понизить тарифы, но деньги нужны на Дубай с Тенерифы. И он ради Ани с женой поругался. Да, не просто ушел, а прям сразу расстался. На ней были земли, заводы и банки. Теперь все сначала, все пишет на Аньку. Чтоб с юной леди в постели справляться, в спортзал записался собой заниматься. Чтоб силы вернулись, чтоб снова быть в топе, массаж заказал, ну прям очень глубокий. Хорошо. А можно чудочку? Да. Короче, ухаживал очень красиво. И если срастется, сидеть будут рядом в наступном созыве. Простая девочка из бани, и на полу, и на диване, на всю готову для любви. Аня, родной забыла. Thank you.
впилась вдруг у Ани. Бюджет получает, ну, как город Канев. Европа, Америка, Мексика, Каны. Все круче кровати, все мягче диваны. Тянуть Аня бабки могла бесконечно. Но все получилось, увы, быстротечно. Забылась девчонка, губу раскатила. Случайно в постели про свадьбу спросила. Внезапно вдруг стала Анюта ненужной. Об этом узнала она от подружки. Причем та в лицо ей об этом сказала. В кровати их Аня с любимым застала. Измену готова была не заметить. Да что там измену, легла бы третий. Такое тем более раньше бывало, когда ей чуть-чуть на айфон не хватало. Истерики, слезы, обиды, угрозы, скандал, мольба, сексуальные позы. Но фраза, как молния, вдруг прозвучала. Какая нах свадьба? Ты, Жаня, шалава. Так, Аньки, о свадьбе мечты и потуги разбились о груди такой же подруги. Этот перформанс банально, как сотни романов, начавшихся в банях. Расход с депутатом был, сука, жестоким. Осталась Анютка с голой жопой. Но Анька не сдалась, работу нашла. Пахала, как конь, закусив у дела. Работа привычная, график посменный. Эскортницу Аню все любят и ценят. На встречи берут, кто-то просто гуляет. И в баню, как раньше, ее вызывают. Одно лишь тревожит Анютку бессменно. Годы идут и влияют на цену. Эти-то обвисли. Жопа в цепи. Что вы говорите? Да, можно и дешевле. Недавно на фирму, где Аня освоилась, подружка-разлучница тоже устроилась. И хахаля бывшего видела Аня. В машине катался с молоденьким парнем. Красивый парнишка Саша с Полтавы в поисках счастья, денег и славы. Недолго свой путь выбирал этот Саня. Проверенный путь с вокзала прям в баню. По данным Госстата и прочих исследований, европейские веяния не проходят без следа. Эти красавцы, Соловьёв, Данков.
люблю. Божественная, безупречная, великолепная, восхитительная, женственная, завораживающая, работящая, любимая, сногсшибательная, обаятельная, стройная, желанная. Дим, стоп, что ты робишь зараз? Я учу комплименты. Ну смотри, сегодня я после эфира приду домой поздно. Поздно. Завтра буду отсыпаться, а весь день 8 марта я хочу, ну, одаривать свою жену приятными словами. Вот и я готовлюсь, потому что иначе придется покупать очень дорогой подарок. Слухай, ты краще зроби, как я, подаруй своей дружине 3 дітей. Поверь, это найкращий подарунок, бо с таким подарунком твоя дружина не захоче слухати ніякі компліменти, а просто на свято побути захоче у тиші і спокої. Більше того, вона попросить тебе погуляти, піти зі своїми дітьми. Гріш, понимаєш, я боюсь, що до 8 числа я ще 2 зробити не успію. Ну, ладно, подытожим. Что мы сегодня узнали? Слухай, ну, я для себе вынес. Не відкладайте покупку подарунка на потім, бо подарунок до 8 березня стане вам набагато дорожче, якщо ви будете купувати його 9 березня. А знаешь, а я вот в связи с этими подарками понял, что власть у нас в стране, ну, подкаблучники. Не, ну я объясню. Ну вот если бы они были настоящими мужиками, то они закрыли бы рестораны и все магазины не в январе на карантин, а с 14 февраля по 9 марта. Причем такой карантин, чтобы пожестче был. И тогда подарки и цветы нигде не купишь, в ресторан не сходишь. Скромненько дома отметили, и все. Эх, сколько б мужиков спасибо сказали. Эх, классная идея. Да. Ну что ж, друзья, это было шоу «Дизель Найт». На самом деле мы только начали. Впереди самое интересное. Встретимся ровно через неделю. Пока. У наступній програмі Дональд Трамп нарешті пішов. Церемонія прощання. Як проходять зйомки нового сезону проєкту «Холостячка»? Що робила Ірина Білик у резиденції Олександра Лукашенка? Нова пародія на сліпу. Королева реєструється у TikTok. Дуже несподіваний дідьо. Рівно за тиждень о 22:22. Не пропустіть. 23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми.